Участник Великой Отечественной войны, монах, патриот своей родины, пастырь, педагог, воспитатель. Все эти слова описывают одного человека, который при жизни успел расположить, направить, поддержать огромное количество людей. Митрополит Нижегородский Арзамасский Николай Кутепов оставил глубокий, светлый и добрый след в сердцах жителей нашего региона. Общение с этим человеком дало мне очень серьезные уроки жизни. Я думаю, не только мне, но очень многим. И если вспоминать, то вот эти встречи с руководством области, с руководством города, с руководителем предприятий, которые мы проводили трижды в год, это были очень интересными событиями, поскольку владыка в своих речах, высказываниях, пожеланиях, иногда не называя фамилии и имен, очень красиво, симпатично, верно, но настойчиво делал замечания всем самым большим людям, пользующимся большой властью. И никто не обижался, потому что слова были всегда справедливы. Он воевал на фронтах Великой Отечественной, награжден медалью за боевые заслуги и орденом Отечественной войны второй степени. После этого всю свою жизнь он посвятил служению Богу. Под его руководством на Нижегородской земле число приходов увеличилось в 9 раз. Возродились древние монастыри и храмы, в том числе Дивеевская обитель. С ним связано обретение мощей преподобного Серафима Саровского. В честь столетия со дня рождения владыки фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая подготовил передвижную выставку. Мы ее возим по районам Нижегородской области. Саров уже 7-й регион, куда мы приехали. Как правило, это сопровождается вот встречей людей, которые помнят, знают его, молодежь. Мы рассказываем о владыке, рассказываем о его нравственном примере для молодежи, с тем, чтобы люди могли сегодня понимать, кто для нас является авторитетом в нашей жизни. Он существует уже более 20 лет, создан после смерти владыки в 2022 году. И с тех пор мы занимаемся духовно-просветительной деятельностью, вспоминая владыку, стараясь увековечить его память всему нашему населению. Все те, кому посчастливилось познакомиться с владыкой при жизни, священнослужители и подрастающее поколение собрались в зале художественной галереи, поделились воспоминаниями о пастыре, еще раз отметили его значимость. По сей день митрополит Нижегородский Арзамасский Николай остается духовным ориентиром, примером богослужения, любви к родной земле и к людям. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров 24.